Бобик, срочно заходи в Brawl Stars на мой аккаунт! У меня есть... Хорошие новости? Я не понял! Покупка доставлена! Brawl Pass Plus! Да, Сёма! Я просто решил тебе немножечко задонатить и купил Brawl Pass Plus! Нифига себе! Это вообще законно! Сёма, думаю, если ты просто поставишь лайк на это видео, в принципе, этого будет достаточно! Ого! Я бы тоже поставил такой лайкосик! Борис, можешь, конечно же, этим воспользоваться! Кстати, ты тоже можешь сделать то же самое, возможно, тебе в следующий раз тоже повезет! Ага! Можешь, кстати, просто написать свой айдишник, а пока что посчитай, сколько у нас здесь квестов на аккаунте! Не у нас, а у меня! Это вообще-то мой аккаунт! И можем еще активировать Brawl Pass, чтобы квестов было еще больше! Сёма, мы сейчас, конечно, это сделаем. Может, сначала мы лучше зайдем в магазин? Ну ладно, а что там? Сейчас, подожди, сначала заберем гаджет, просто заберем рандомный, потому что неизвестно вообще, будем мы на Дэриле играть или нет. Кубик, что в магазине? А, вот эти акции! Да, Сёма, и до конца этой акции осталось очень мало времени! Ага, я видел! Сейчас мы тогда ее быстренько откроем! Тем более, что сейчас у нас на очереди будет целых 8 призов Star! И я думаю, что это очень круто и нам точно должно повезти! Ага, только чур открывать буду я! Уже мифик! Нифига себе, Сёма, ты как вообще это сделал? Да я сам не понял! Ну давай его откроем и сразу же выбьем! Нового Бравлера! Кубик с зыркой! Сёма, тебе очень крупно повезло! Тебе выпал твой любимый Бравлер! Ага, Сэмэну выпал Сэм! Совпадение, не думаю! Борис, ты что расстраиваешься-то? У нас же появился новый боец! Да я просто хочу, чтобы у меня он тоже появился! А то я вот призы открываю, а мне нифига не везет! Ха-ха, ты все равно их открываешь на моем аккаунте! Поэтому дай лучше мне, я сам открою! Сёма, давай мы лучше с тобой поделимся, по очереди будем открывать то я, то ты, то Борис! Ага, согласен! И смотри, мне сейчас выпал Эпик! А открывать его уже буду я и посмотрим, что же там все-таки будет. Может, еще один новый боец? Не, Кубик, два бравлера подряд выпасть вообще не могут. Отвечаю, зыркой, там всего лишь блинги. Да уж, а на самом деле можно было положить туда новенького бравлера. Видимо, как-нибудь в следующий раз. Кубик, ты что, думаешь, что в следующем подарке выпадет новый боец? Не, я имел в виду в следующий раз в каком-нибудь следующем видео. В смысле? Мне вообще-то еще сегодня бравлеры нужны. Окей, посмотрим, может они тебе сегодня еще выпадут, потому что в конце нас даже ожидает легендарный приз. Ого, я про него совсем забыл. Я, конечно, тоже готов его открыть. Окей, Сёма, сейчас мы, конечно же, его откроем. Только давай еще немножечко выполним квестов. А, квесты? Ну ладно, давай. Немножечко прокачаем Brawl Pass. Ага, не зря же я на него донатил и потратил целую 1000 рублей. Ого, надеюсь, в следующий раз каким-нибудь подписчикам повезет, и ты им тоже задонатишь. Если только под этим видео будет очень много лайков. О, Кубик, давай откроем легендарный приз. Нет, Сёма, сначала идем выполнять квесты. Ну ладно. Ладно, как скажешь. Кстати, Кубик, я придумал одну очень интересную игру. Какую? Brawl Stars? Просто пойти в катки? Не, это не так интересно, как я придумал. Окей, сейчас, конечно, свою игру расскажешь. Давай сначала просто возьмем и нажмем на эту кнопку использовать. Ха-ха, ну давай, как скажешь. Я на нее уже нажал и разблокировал Brawl Pass Plus. Получили целых 8000 жетонов. У нас даже Brawl Stars немного залагал. Ага, их, походу, было как-то слишком много. И теперь у нас квестиков стало намного больше. Кстати, смотри, есть даже квестик с лайком. Ага, там просто нужно нажать на кнопку «Играть снова». А пока что погнали в катку! Только чур, я сыграю первым! Сёма, ты там обещал какую-то игру рассказать? А, да, точняк! Давай, короче, договоримся! Если на этом видео будет 5000 лайков, тогда ты донатишь один Brawl Pass! А если будет больше? А если будет 10000 лайков, тогда донатишь 2 Brawl Pass'а! Сёма! А, эта игра, конечно, очень интересная, но мне что, нужно будет задонатить целую кучу Brawl Pass плюсов? Ха-ха, ну да! Ты все правильно понял! Щёк-мокрёк, ну ладно, тогда давай мы с тобой договоримся, лайки ты ставить не будешь! Кубик, это вообще-то нечестно! Ладно, просто видосик выложим, и там посмотрим, сколько будет лайков, а пока что меня, пожалуйста, не отвлекайте, я хочу затащить, ну, вроде, конечно, пока что у нас все успешно получается. Ага, Кубик, я вообще не понимаю, ты сколько уже киллов сделал? Мне кажется, что вообще дофигища. Кстати, вы же заметили то, что я еще даже ни разу не умер. Мне кажется, что сейчас ты это исправишь. Нет, Сёма, я постараюсь сыграть эту катку вообще ни разу не умерев, и пока что у меня получается успешно. Кубик, ты что, играть в Brawl Stars научился? Борис, ты офигел, что ли? Я вообще-то и так умел в него играть, в отличие от некоторых. Ты сейчас кого намекаешь, я не понял. Ты про меня, что ли? Не-не-не, Сёма, я про других кубиков. Ты их, если что, не знаешь. А, ну ладно. Смотри там у меня. Не быкуй, понял? Окей, Сёма, как скажешь. Все, не мешай. Я сейчас сделаю очередной килл. И походу катка уже у нас почти что выиграна. Кубик, ты, походу, я затащил вообще как-то очень быстро. Кстати,
Но все-таки я остался жив, у меня реально было меньше 500 хп. Еще одна тычка от Брока, и он бы меня вынес. А ты стал звездным игроком? Чего? 15 киллов? Ага, Сёма, походу как-то перестарался. Копик, ты видел, что у тебя целых 14 квестов, а еще серия побед 57 штук. Ага, нифига себе, мы что, на этом аккаунте вообще еще ни разу не проигрывали? Походу да, Копик, я же тебе говорил, что я научился играть, и теперь я лютый про. Ага, давай вот мы сейчас проверим, как ты играешь в Brawl Stars, и посмотрим, профессионал ты или нет. Окей, вызов принят. Я не буду сейчас сливаться, я вообще затащу как лютый про. Чекай! Окей, Сёма, надеюсь, что ты меня хотя бы не обманываешь. Потому что в прошлом видео я помню, как это все закончилось. А что было в прошлом видео? Ничего не было. Ты что, там на монтаже ничего не вырезал, что ли? Нет, Сёма, как мы и договаривались, вырезать я, конечно же, ничего не стал. А ты бы лучше это, отхилился? А, да-да-да, как скажешь. Сейчас отхилюсь и сразу пойду всех гасить. И походу у тебя это тоже получается успешно. Сёма, тебя вообще-то сейчас самого могут вынести. Я такого не допущу. Я сам всех размотаю. Ой-ой-ой, бежим, бежим, бежим. Нифига себе. Сёма, у тебя как получается выживать? Я вообще не понимаю. Кубик, да я на самом деле сейчас сам немного в шоке. Я даже не ожидал, что у меня так получится. Окей. И по всей видимости, катку Сёма все-таки выиграл, потому что процентов у него уже слишком много. Ага. А у противников вообще мало. Они какие-то нубасики. Кстати, я уже выиграл. И давай посмотрим, кто же стал звездным игроком. Чё смотреть? Конечно же я. Сделал 10 киллов и выполнил 3 квестика. Окей, Сёма, в этот раз тебе повезло. Даже в моей катке ни одного квеста еще не было. Ну чё, схавал, да? Сейчас я тебе покажу, кто здесь настоящий профессионал. Сейчас может играть моя очередь. Ага, я думаю точно так же. Борис, давай тащи. Окей, Копик, как скажешь, я уже пошел в атаку. Ой, меня чуть не загасили. Ага, пчелка по тебе сразу же попала, но всю команду вы уже размотали. Да они просто оказались какими-то нубиками. Кстати, я сделал еще минус один килл и еще минус один. Борис, вообще-то последнего убил не ты. А, да? Ну ладно, наверное, показалось. Но мне кажется, что ты меня обманываешь. Не, Борис, реально, можешь просто видосик пересмотреть и сам все увидишь. Ну или подписчики тебе в комментах напишут. Ага, напишите, пожалуйста. Только не обманывайте, а то я вас знаю. Ты что, Борис, ты там долго еще или нет? Да, еще совсем чуть-чуть. Осталось всего лишь 15%. А противники смогли нафармить всего лишь 3%. Они, походу, реально какие-то нобики. Кубик, так это ж получается, что Борису играть было вообще нечестно. Не, Сёма, ну почему? Он же тащил. Правда, звездным игроком, конечно, не стал. Но зато серия побед у нас еще увеличивается. И Борис выполнил пару квестов. Вот именно. Схавал, да? В смысле? У меня вообще-то квестов больше было. Ладно, сейчас открою подарочки. Правда, что-то мне как-то... не повезло. Но зато мы получили больше 2000 жетонов и еще чуть-чуть прокачали Brawl Pass. Ну а теперь, может, все-таки заберем легендарный приз? Нет, Сёма, чуть-чуть попозже. Стоп. Что ты задумал? Да это же мой аккаунт. Мне кажется, что раз мы так круто играем за Динамайка, может купить какой-нибудь скин. Нифига себе, ты что придумал? Ты что, хочешь потратить просто все свои блинги? Ну да, например, купить какой-нибудь скинчанский за 5 косарей. Только тебе, Сёма, не хватит. Ну уж нет, хватит. Я забрал блинги с Brawl Pass'а, и теперь у меня на все хватает. Воу, ну ладно. Походу, теперь ты можешь купить тот самый скин. Кстати, а какой ты захотел? Вот этот, Тенгу Майк. Он вообще самый крутой, мне кажется. Полностью с тобой согласен. Этот скин на Динамайка реально самый топовый. Лайк, если думаешь так же. Давай, нажимай на лайкосик. А мне осталось нажать на последнюю кнопку. Купить этот скин. Эх, потратил 5000 блингов. А как ты понимаешь, лайкосики абсолютно бесплатные. Кстати, за них ты даже можешь выиграть свой Brawl Pass. Ага, не забудь написать свой тег игрока прямо в комментариях. Ну а мы заодно еще и поменяем значок, чтобы тоже можно было его использовать. И прокачаем нашего бравлера. Чтобы он был еще сильнее. Сёма, да куда уже сильнее? Он и так выносит просто всех подряд. Мне просто кажется, как-то немного недостаточно. Окей, как скажешь. Давай тогда покупай гаджеты, пассивки, снаряжение. Сейчас все куплю, подожди. Сначала гаджет, потом купим пассивку, наверное, вот эту. Окей, как скажешь, твой аккаунт. Выбирай абсолютно, что хочешь. Копик, а мы на моем аккаунте играть будем или нет? Я тоже хочу.
хочу, чтобы ты мне задонатил. Борис, я над этим обязательно подумаю. Давай мы сначала заберем бесплатный гаджет. Это вообще-то снаряжение. Кстати, Кубик, а почему оно бесплатное? Потому что это самое первое снаряжение на твоем аккаунте. И если ты не знал, оно всегда выдается бесплатным. А, да, нифига себе. Я реально не знал. Ну, а мы теперь идем тащить дальше. Кубик, сейчас вообще-то моя очередь. Тёма, мне кажется, ты что-то перепутал. Сейчас я должен играть. Кубик, ну это мой аккаунт. Да я, пожалуйста, поиграю разочек. Блинский, блин, ну ладно. И ведь главное, с этим даже не поспоришь. Ха-ха, ну и все, изи. Кубик, смотри, у них опять 3%, и походу больше у них не будет. Сёма, у меня почему-то есть такое предчувствие, что ты ошибаешься. И хотя бы 4% они точно смогут нафармить. Да какая нафиг разница? Они все равно продуют, как настоящие нубики. Ну да, с этим не поспоришь. И у тебя, кстати, снова получается всех выносить. Кубик, я, кстати, снова стану звездным игроком. Смотри, я уже сделал 10 киллов. Ну, про 10 киллов ты, конечно, чуточку обманываешь. Ну реально, ты выносишь вообще как будто бы абсолютно всех. Ага, я стараюсь, и у меня все получается успешно. Давай, Сём, осталось еще совсем чуть-чуть, всего лишь 15%. Это вообще будет изи, они даже к нам подойти не могут, но базики я сразу всех разматываю. Мне кажется, если там у противников играют не боты, их просто так бомбило. Они реально даже со своей территории выйти не могли. А я смог и сделал 7 киллов. Сёма, ну ты же там в середине катки говорил, то, что у тебя их было 10. Кстати, а че у тебя всего лишь один квестик? Блин, ну я думал, как-то побольше будет. А чё, не будешь, что ли? По всей видимости, нет. Ну, теперь вот точно играть буду я. Кубик, а может я одну каточку сыграю? Да, обязательно сыграешь, только в следующий раз. Прям после меня. Кубик, ну ты давай там это хотя бы квестики-то не выполняй. Ага, размечтался. Я сейчас просто возьму и выполню вообще абсолютно все квесты в этой катке. Кубик, оставь мне хотя бы парочку квестиков. Ладно, Борис, уговорил. Парочку квестов тебе оставлю. А пока что просто пойду тащить дальше. И походу у меня тоже получается это успешно. Абсолютно всех выносим. Ого, мне даже кажется, что у тебя киллов будет больше, чем у Самена в прошлой катке. И я думаю точно так же. У меня на это есть абсолютно все шансы. Только что вырубил Тару, сейчас мне желательно отойти. Ого, ты че еще и Брока смог вынести? Конечно, Сёма, после этого сразу же вынес Дэрила, потом вынес Тару. Блин, Кубик, ты реально вообще всех вырубаешь. Правда, в этот раз противники смогли нафармить целых 13, даже 14%. А че так много? А, ну это, наверное, просто потому, что ты нубасик. Нет, Сёма, это просто меня подвели немного мои тиммейты. Ну ничего страшного, сейчас мы, конечно же, отыграемся. Вау, Кубик, у них уже 20%. Ну ты реально нубик. Сёма, ты что, совсем глупый? Какая разница, сколько процентов, если катку мы все равно выиграли? Через 1% бой будет окончен. Ого, ты затащил? Давай посмотрим, сколько будет киллов. 12 штук? Это как вообще? Борис, это называется профессионал своего дела. Кстати, квестов у меня 4. Это больше всего в сегодняшнем видосике. В смысле, Кубик, ты офигел, что ли? Я сейчас зайду и побью твой рекорд. Только сначала открою подарочек и выбью всего лишь сверхредкий. И выбью всего лишь очки силы. Да уж, везение у тебя какое-то не очень. Кстати, за эту катку получили 2620 жетонов. Ого, у нас что же, 21 уровень Броупаса? Да, Сёма, и это только начало. Сегодня он будет прокачан еще больше. И его, конечно же, прокачаю я. Ага, и для того, чтобы выполнить квесты, нам нужно играть за Була и нужно играть в захват кристаллов. Как ты и говорил, сейчас моя очередь. Кубик, я уже погнал тащить. Парни, давайте только сейчас договоримся. Играть будем супер аккуратно. У нас потому что капец какая огромная серия побед. Ага, там вроде больше 60 побед подряд. И нам эту серию ни в коем случае сливать вообще нельзя. Блин, Кубик, мне кажется, Сёма там что-то перепутал. И там серия еще больше, чем 60. А вот этого я на самом деле не помню. Можно просто либо катку затащить, либо дождаться, пока подписчики напишут правильную серию в комментариях. Чего вы ждете? Давайте напишите ее. А мы пока что пойдем тащить дальше. Ага, и у Бориса пока что все получается успешно. Кристаллы не собирай, оставь их Фрэнку. Вот именно, ты можешь их не трогать, они вообще-то не для тебя. В смысле, блин, я вообще-то тоже помогаю их собирать. Воу, а там этого восьмибита я даже не видел. Ага, он реально очень хорошо зашкерился. Борис, ёк-макрёк, убегай. Я стараюсь, но они нас чуть не вынесли. Окей. Катка будет изичная. Надеюсь, то, что сейчас тебя или этого Фрэнка, конечно же, не размотают. Хотя тут вроде реально все было на изи. Ты даже сделал последний килл. Ага, этому Броку вообще не поздоровилось. И давай проверим, кто же стал звездным игроком. Мои ставки, что Борис, и они были правильные. Целых 7 киллов. Можно выполнить еще 11 квестиков. Правда, я ни одного не выполнил. Не переживай, Борис, это только начало. Кстати, серия побед была 62. Ну вот,
Я вообще-то почти угадал. Ну а я пока что пойду тащить дальше. Кубик, сейчас же моя очередь, да? Ну, вообще-то я хотел сыграть. Ну ладно, можешь играть ты. Окей, как скажешь. Я уже погнал тащить. Сейчас им всем будет хана. Сёма, только аккуратно. У них есть Фрэнк, и он может тебя вообще на изи загасить. Ага, не дождется. Я сам всех размотаю. Кубик, походу Сёма был прав. У них уже обратный счет. Ого, остается реально 10 секунд до конца катки. И за это время, мне кажется, абсолютно все зрители даже успеют подписаться на канал. Давай срочно нажимай на кнопку подписки, и тогда Сёма даже сможет затащить. Кубик, да я, конечно, и без этого затащил. Но ты все равно на канал подпишись, а я выполнил целых... Сейчас узнаем, сколько квестов, там их будет просто дофигища. В смысле, один? Не понял? Сёма, ты чё такой нубас? У тебя там даже звездного игрока в этой катке не было. В смысле, блин? Это как вообще так? Кубик, это какая-то фигня. Нет, Сёма, это просто называется то, что ты нубасина, а вот сейчас играть, пожалуй, буду я. Давай, Кубик, тащи. У тебя точно все получится намного лучше, чем у этого Сэмэна. Ага, согласен. Только меня сразу же вырубили. Если что, ты этого не видел. Ага, размечтался. Я все видел. Ну, Сёма, если что, в любом случае ты можешь не переживать. Потому что катку мы уже почти затащили. Они снова не могут выйти даже со своей базы. Ха-ха, Кубик, ты реально не даешь им это сделать? Ну да, я просто встал у них в кусты. И когда ко мне кто-то подходит, я его выношу просто за 2000. Мне кажется, что этих чуваков уже так бомбит. Да, Сёма, возможно, ты действительно прав. Но мне-то что делать? Я же хочу стать звездным игроком. Я же хочу выполнить целую кучу квестов. И у тебя это точно получится. Давай посмотрим, сколько же тебя. Во-первых, я стал звездным игроком, сделал целых 13 киллов и выполнил 7 квестов. Это же вообще имба. Кубик, в смысле? Какие я нафиг 7 штук? Они должны были быть мои. Сёма, сори, но кажется, ты что-то перепутал. Кстати, парни, а сейчас же играть моя очередь. Ну да, Борис, сейчас твоя очередь затащить эту катку. Окей, как скажешь. Я уже пошел это сделать. Одну минуту спустя. Ну и как ты видишь, уже пошел обратный отчет. Борис, только ты, пожалуйста, аккуратно. Ты зачем туда побежал? Тебя же сейчас могут вынести. Неси, Кубик, я сгасился обратно. Ёк-макарёк, но если бы ты не нафармил ульту, остался бы там и тебя бы вынесли, я бы тебе такое устроил. Ха-ха, да ладно тебе, Кубик, все нормально. Я, конечно, квестики не выполнил, но звездным игроком стал. Ну ладно, хотя бы так. Ну а сейчас играть точно буду я. Окей, Сёма, мы тебе даже мешать не будем. Только ты, пожалуйста, не злись. А чё вы достали? Я хотел сыграть, хотел выполнить все квесты, а вы мне не даете это сделать. Сёма, мы вообще не при делах. Играй сколько хочешь, это же твой аккаунт. А, да? А почему вы тогда играли без моего разрешения? Сёма, ты, наверное, что-то перепутал. Ты сам разрешил нам это сделать. В начале видео ты что, забыл? Да-да-да, я тоже помню. И подписчики в комментах тебе тоже об этом напомнят. Если что, подыграй нам, напиши об этом в комментариях. Кубик, что ты там сказал? Я не услышал. А, не-не-не, Сёма, ничего. Говорю, давай, тащи. У тебя все круто получается. Кубик, заскамили мамонта. Чё? Не понял. Кто здесь мамонт? Вы что еще несете? Сёма, все, не отвлекайся. Просто тащи катку, больше тебе делать ничего не нужно. А, ну ладно, как скажешь, все, у нас уже обратный отчет. Ага, только твои тиммейты его слили, а тебе сейчас желательно бы сгаситься. Молодец! Кубик, да это вообще было несложно. Я просто взял и ультанул на свою базу. Сёма, можно было это не объяснять. Я и сам это видел, и все подписчики тоже это, конечно же, видели. Ага, они же не глупые. А. Ну ладно, но я так на всякий случай все равно объяснил. Ага, спасибо. Давай мы лучше посмотрим, сколько у тебя сейчас будет квестов. Кстати, звездным игроком ты все равно не стал. Ладно, хотя бы катку не снил. Серия побед у нас продолжается, и выполнили целых 3 квеста. О, Кубик, это почти рекорд, да? Ага, ну только судя по тому, что в прошлой катке у меня было их 7... Можно сказать, что да, у тебя почти что рекорд. Окей, я просто решил открыть следующий приз. Мне, как обычно, не повезло. Но ты не переживай, у нас сейчас еще легендарка будет. Кстати, получили 5500 жетонов. И мне кажется, это реальный рекорд. Такого давненько не было. Кстати, эта серия побед 66 штук в профиле выглядит вообще топово. Кстати, Сёма, ты только что запалил свой тег игрока. Ага, и самые внимательные подписчики его уже спалили. И мне кажется, даже добавили тебя в друзья. Да мне вообще пофиг, я готов открывать этот легендарный приз. Давай, Сёма, нам нужно поторопиться. Осталось всего лишь 1,5 часа, и легендарный приз у нас прямо сейчас готов открываться. Блин, мне уже интересно, что же там такое будет. Ха-ха, Сёма, мне кажется, там вообще будет какая-то фигня.
любом случае, прямо сейчас мы это, конечно же, узнаем. Но если ты тоже не хочешь этого пропустить, поставь лайк, подпишись на канал и не забудь глянуть следующее видео, которое вот там вот уже появилось. Давай, я прямо сейчас нажму на легендарный приз, а ты нажимай на этот видосик. А у нас выпал гиперзаряд. Да уж, не повезло.